ситуацию. Наличие огнестрельного оружия. Если с ножом что-то можно сделать, да? Пистолет, драма, в руках. Да, мы все знаем приемы, когда ой, ты давай. А зачем мне это делать? Быстро! Если пистолет дальше выйдет на руки, ни хрена вы не сделаете. Другой стороны, человек вынужден похищающий работать скрытно, и хочет сделать максимально скрытно. И ставить пистолет так. Шансы у вас есть. Мы сейчас не будем его касаться, тема отдельного семинара. Второй момент. Один спереди. Лишение зрения. Это прозрачный мешок. В учебных целях, когда набрасывают тряпку на голову, инстинкт ваш, неважно как вы тренированы, да? Инстинкт от себя есть лицо. Да? В этот момент вас крутят. Шанс у вас крутить инстинкт. Что мы сейчас будем делать? Мы сами поработаем, выкупали лицо. Поработаем чуть-чуть мешочками, если хватит. Один мешок не крутит. А, ножи отложили бы. Сейчас у вас будет нападающий, фактическая задача. Дать человеку мешок зайти за спину. То есть спереди мешок, сразу достаточно тяжело, просто руки поднимет и все. Это работает только на безопасности. То есть надо, чтобы тот, у кого мешка нет, дим, ловко чистить, где делать? Загрузить его внимание. Вы все начинаете с того, что... Если я выхожу на улицу, у меня два таких мурла. Я шаг назад, два выстрела, все нормально. Если подходят вежливые интеллигентные люди, спрашивают, как пройти библиотеку имени Ленина. Какое дело? Что они делают? Они понижают мой уровень тревожности. Я не вхожу в оранжевое состояние. Я не рассматриваю, как выходит. Девушка симпатичная подошла. Ой, у меня на видео выстрелил, мы не знаем, где у меня будущий вы. Это тоже работает. Вот сейчас добавь еще четвертой игры. Потому что они же не фактически будут какие-то. Да, и так типа монстры, блин. Подойдут два ложка, два бомжа на улице, подойдут обосранных, вонючих, попросят закурить. Давай, пожалуйста. Ну тут Леша. Он еще тут это. Строй. Спокойно. Первый номер. Отвлекает внимание. Второй номер заходит за спину, набрасывает мешок. Как только набросили мешок,